Литл Настя, и сегодня, что вы думаете, что мы делаем с Софией Смайл? Не ньютоновскую жидкость и сноу-слаймы. Посмотрите, какие мы все грязные. Какие у нас руки такие необычные, грязненькие. Да. Эти слаймы девчонки делают впервые. И да. Это очень-очень круто и очень интересно. По ссылочке ниже переходите на канал Софии, София Смайл. Подпишитесь. Смайл. И смотрите подробно, как же делаются эти жидкости и слаймы. Да, это очень забавно. Мы перемешиваем вот эту жидкость в руках. Она как снег твердый, а потом, когда мы ее опускаем, то она тает. Как смотрите. Снег на солнышке тает. Да, вот так вот. Ну да, потому что мне очень надо быстро. Немного водички добавить. Это очень круто и залипательно. Вот смотрите, вот с ней играешь, а потом опускаешь, и оно тает. Для этого нужно только крахмал и воду. Но мы еще добавили краситель, чтобы было красиво. Да, чтобы было красивенько. А сейчас я вам еще хочу показать сноу-слаймы. Мы уже базу сделали. Да, она очень получилась. Да, очень прикольно кликает, хрустит, тянется. Вот так. Ой, пузырь был. Очень классная база. Да. И теперь нам надо взять небольшую мисочку. Мисочку. И снежок. Искусственный снег. И его надо развести с водой. Да. Смотрите, даже кислый. Берем самую обычную воду. Воду, да. И наливаем. Сначала немножечко. И постепенно мешаем. А, все, я поняла, как делать снова. Увеличиваем слайм. А что, я видела такой лайфхак, где как-то вот так увеличивает. Так уже много снега. Ого, у нас получился гигантский слайм. Вау, это такие приятные ощущения. Капец, как это круто! Класс! Скажи, это круто? Вообще, как будто бы крем. Ага. Ой, у меня липкий немного слайм, поэтому все. Я уже перемешала, это просто такие необычные ощущения. Вообще, это обалденный сноу-слайм. Я согласна. Это реально сноу-слайм. Только у нас очень круто. Все, мы залипли. Все, всем пока. Мы залипли. Вау, посмотри, он паутинкой тянется уже. Так это очень хорошо. Да, очень круто. И у нас, кстати, слайм не разгустился после снега. Наоборот, загустился. Да. Окрашиваем слайм. Вау. Оно так все, смотри, как растекается медленно. Так главное, чтобы у нас потом все руки не были красители. Это самое страшное, ребят. Смотри! Смотри. Это, вау, посмотри. Мне кажется, что у нас получились вообще-то Клауд с Настя. Посмотри. Капец. У нас Клауда слайм, а не сноу слайм. Это 100%. Мне кажется, что да. У меня такой красивый цвет. Я согласна. Смотри, такой мятный. Это мятный такой цвет. Прикольный. Обалденный цвет. Мне очень он нравится. Класс! У нас Snow Cloud Slide. У меня звездочки тоже нежного цвета. Немного добавлю. У тебя так подходит? Да. Смотри, блестки с паутинкой. Так, добавим еще паутинки. Такие красивые фимофруктики. И еще я хочу добавить фишбалы. Вот такие вот. Немножечко посыпем. Вау. А я себе хочу сделать такой спокойненький, прикольненький. Так красиво. У меня тоже он пока что не яркий.
Но мне такое нравится. А я уже добавляю. Это очень бутылку. Круто. Перемешиваю, он уже разлит. Я забыла, что они будут разлетаться, когда так делаешь. Смотри! Добавляем ароматизатор малинки. Класс. Оно так прикольно впитывает. А у меня будет ароматизатор ванильки. Мне аж так запахло ванилькой. Прям скушать хочется. Вау! Давай я тоже размажу. Это так прикольно. Давай попробуй, не скажи вау. Это будет сложно. Все, давай еще три. Давай. Раз, два. Вау. Я забыла. 1-0. И хруст. Давай. Не хруст. Обалденный хруст. Ага. Это логично, уже тянется пленочкой. Ой, боже, этой паутинкой. Паутинкой, да. Вау. Это очень сложно. А мне не. Сначала нам надо налить немножечко воды в емкость. Я думаю, что столько будет достаточно. Крахмала надо немножечко больше, чем воды. В общем, берем и засыпаем крахмал в воду. А я думаю, как же это она делается? Все, когда ты уже добавила, то я поняла. Это на самом деле очень легко. Уже получается. Уже получилось почти? Вау! Так, и теперь давай добавим краситель. Сейчас я только перемешаю. Открываем. Вот тут все жидкое. А добавляем. Сейчас оно загустилось. Это нереально. Давай быстренько перемешивай. Это очень тяжело перемешивать краситель. Ну, чтобы оно перемешалось хорошенечко. Согласна, что очень тяжело. Капец, как это круто. Настя, это работает, смотри! Смотри! Это уже можно доставать? Вау! Это можно уже доставать? Посмотри, Настя! Ага! Так, я еще пол ложечки добавлю? Нет, больше не надо. Окей. Больше не надо, оно уже такой консистенции, которую нам как раз надо. Так давай, я уже буду его доставать. Подожди, давай я тебе как-то помогу. Это работает? Да! Это работает? Это работает! Так, берем уже на стол. Тает! Это не может быть реальным. Это не может быть реальным, мне кажется. Капец. Ну как это? Это же нереально. Я не знаю, как это. Смотри. У меня слайм очень круто дризлит. Это так залипательно, хочется смотреть и смотреть, как эти мелкие части вот так вот все ручейком стекают медленно. Круто. Я сейчас хочу попробовать сделать розочку. Главное украшение. Глазик один. Опа. Все, быстрая розочка готова. Ребятки, нам эти слаймы очень сильно понравились. Надеемся, что вам тоже. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И всем пока!